В этом году самарская таможня довольно часто находила запрещенные к ввозу в страну яблоки. Только неделю назад служба уничтожила почти 20 тонн этого продукта. Санкционные яблоки – не самая страшная находка самарской таможни в этом году. Благодаря этой службе в Самару не попало почти 4 килограмма наркотиков. Всего с января правоохранительные органы возбудили 6 уголовных дел по материалам ведомства. В таможне считают залог успеха, планирование и новые технологии. В целом самарская таможня справилась с задачей, которая была поставлена перед самарской таможней. Как вы знаете, самарская таможня является полигоном Приволжского федерального округа, чтобы использовать новые технологии. На сегодняшний день у нас электронное декларирование через интернет составляет практически 100%. По итогам 2016 года самарская таможня традиционно вошла в тройку лидеров Приволжского федерального округа. Так, пост службы в аэропорту Курумыч занял первое место, а на автовазе – второе. Таможня интеллектуал, то есть работают очень интеллектуальные люди, которые, ну, можно сказать так, продвигают все перспективные таможенные технологии. На сегодняшний день самарская таможня занимает лидирующие позиции по внедрению автовыпуска, авторегистрации. Лучшим по итогам года таможенникам сделали бесценный подарок – наградили медалями. Сергей Ромашов, Константин Головин, «События».